Такс. Всем привет. Привет-привет. Мы нашли еще одну заброшку. Третью только, уже. Только для вас. Так, мы сейчас ее снимем, покажем. Мы первый раз здесь. Да. Ну все, смотрим. Не переключайся. Так. Тут квартира. Ух ты. Ты что, был-то? А прикольно смотрится. Там разруха. Угу. И чтобы лопнуло. Угу. Что-то я туда не хочу. Короче, вот такая зараза. Короче, пишите. Кто тут облазит? Не знаю. Может, ветер? Мне кажется, не здесь. Там где-то. Можно, да? Перебирают, ломают. Короче, друзья. Подскажи. О, лестница куда-то. Большая, конечно. Ага. Запах, короче, не о, не айс, но, короче, дальше туда не пойдем, боимся. Короче, друзья, напишите, что за фигня тут, что хранилось. Как вы думаете, ваше мнение? Да. Нам нужно ваше мнение. Что тут хранит? О, блин, все-таки я поближе подойду. Что я увидел, короче, Маша. Мне страшно, конечно, но это нужно заснять. Вот это, знаете, что такое? Что такое? Это санки. Короче, против солнца не себя, но это санки. Этот. Да, может быть, лошадки были, но это санки. Страшно, конечно. Вот. Походу возили то ли навоз, то ли грузовой санки. Вот. Грузовые санки. Офигеть. Нифига, какая она тут старая. Что-то развалилось все. Видишь, плита упала. Страшно. Вот это вообще висит. Короче, долго задерживаться не будем. Время уже 3 минуты затикало. В принципе, нормально, друзья. Ну что, классно, мы уже не грузовые санки, блин. Тут навоз возили или что-то еще другое. Вот. Короче. Ладно, короче, всем пока-пока. Подписывайтесь. Идите на другое видео.